Привет, привет, ребят, с вами Талига, и сегодня я вам постараюсь объяснить и показать, собственно, как открыть порты через Skype. Предыдущий туториал был, как открыть порты через Torrent, но сейчас через Skype. Для начала нам надо зайти, собственно, в Skype, нажать на инструменты, настройки, и зайти в вкладку дополнительно, соединение. Тут нас пишет использовать порт, 5 цифр для входящих соединений. Эти цифры вы можете указать любые. Допустим, 25565. Нажимаем «Сохранить», и этот порт у нас открыт. Так вот, все изменения будут применены при следующем запуске Skype. Я свой Skype не буду перезапускать, так как не хочу палить свою информацию. Способ работает, ребят. Посмотрите предыдущий ролик про Torrent, и вы убедитесь. Это также работает, это аналог. Да, и, в общем-то, это все. Открывать порты, играть с друзьями на серверах. Всем пока.